Хочешь, подарю? Да, серьезно? Серьезно. Так, пацаны, у меня колесо пробилось, поэтому едем вот так вот. Ну чё, ребят, самое время выехать кататься на BMX, а так как у нас сейчас жарко и плюс ко всему этому я живу в одном из самых длинных городов Европы, поэтому поедем мы на машинке. Сейчас покажу, что у нас лежит внутри. Опа, BMX, поэтому двигаем катать. Так, ну чё, пробуем, в этот раз заведется. О, надеюсь, доедет. Музло. Все, поехали. Берем байки, понеслась. Опа. Иди сюда, мой хороший. Ой-ой-ой, зацепился. Ой, как же я за ним соскучился. Машинка, оставайся здесь. Полетели. Оп-оп-оп, ой, как же жарко сегодня. Может, заедем где-нибудь и скупнемся. Оп, трава, трава, люблю траву. Машина, пропустим. Оп-оп. О, парапет. О, не хоп, оп, я не запрыгну. Так, надо отсюда барчик сделать. Оп-оп-оп. Оп. Погнали дальше. Чтобы. Так, там ребенок. Я же мать, лучше объедем этой стороной. Голуби, голуби! Смотрите, какая лапка. Все, летим дальше. Ой, как же летом жарко. Кстати, друзья, пишите в комментариях, с какого вы города, какая температура у вас. Коротим через лес. Ой, собака. Привет, пес, не пугайся. Фонтан не работает. Ну, как и все в Украине, в принципе. О, зеленый, сейчас успеем. Ух ты, я вижу, там парапет еще один. Оп, оп. И в лес. Я же мать, объедем. Как же жарко в защите летом. Я вон полностью защиту одел. Еще и фиксатор пережимает ногу. Кто шарит катается в фиксаторах, тот знает это чувство мерзкое. Ну ничего, главное безопасность. Безопасность. Ребят, ни для кого не секрет, что одна из самых важных вещей в катании — это рюкзак. У меня вот такой вот офигенный рюкзак Дикей, он мне уже кучу лет служит, но немножко подушатался, поэтому самое время начать выбирать новый. Для этого заходим на e-каталог, в раздел «Туризм», далее нажимаем «Рюкзаки». И здесь вот такой вот прекрасный подбор по параметрам есть. Нажимаем «Дикейн». Мы видим, 92 модели нам показывает. Здесь, кстати, очень много параметров. Все можно на любой вкус подобрать. Но я хочу купить такой рюкзак, как у меня и был. У меня был «Дикейн Кампус», если я не ошибаюсь, на 33 литра. Если есть специалисты, то подскажите, на сколько литров у меня был. По-моему, на 33. И мы видим, что, во-первых, его можно купить. Вот сортируем по цене. От 839 гривен до 2000 гривен. Естественно, я хочу купить подешевле. И у меня к вам будет огромная просьба. Ребятки, выберите рюкзак, выберите расцветку. На какую расцветку мне поменять, собственно, свой рюкзачок. И обязательно перейдите по ссылке в описании. Посмотрите товар, который вас интересует. Я постоянно пользуюсь e-каталогом. Призываю вас, действительно, очень полезно, очень экономит деньги. И чем чаще вы будете переходить по ссылкам в описании, тем лучше будет развиваться наш канал. И тем чаще я, собственно, в том числе смогу дарить BMX-ы одному из вас. Так что e-каталог, ссылка в описании. Перейдите, пользуйтесь и экономьте свои деньги. Клумба! Клумба! У-ху! Подписчики! Привет, подписчики! Я тебя первый раз пока увидел. Красавчик! Хорошо. Ну давайте фоткаться. Ну, я в твой телефон не взял. Не взял? Да. Ну давай просто общаться. Скоро куплю бэйник. Ну, у меня есть горный почти как бэйник. Не, у меня есть велик, но... У него большой... У меня брат поедет. Ты вон с хлебом, да, выбежал, да, на улицу? Хочешь, кружок можешь сделать? Да, серьезно? Серьезно.
Спасибо. Я такой слышу, что ты на бэмике ехал. Ага. Я такой смотрю, это ты. А это я, да? Да. Слушай, смотри, не упади. Да, видео снимаю. Понятно. Прикольно? А ты можешь вот такое сделать? Хочешь, подарю? Нет? Ну давай попробуем. Какой-нибудь один тебе покажу. Аккуратно, только чтобы я вас не зацепил. Опа! Ого! Это вы долго тренировались? Ну, можно, можно быстро это выучить. Ладно, пацаны, погнал я дальше видосы снимать. Смотрите, какая лужа. Нужно ее взять. Как раз освежусь, если упаду в лужу в такую жару. У-хо-хо-хо-хо! Лужа, берегись! У-ху! Еп! У-ху-ху! Поворачиваем. Мэнол, мэнол. Ой, из бордюры баник. Хоп. Есть. Хорош. Сидим сюда. Так классно. На BMX кататься. Ты можешь повернуть в любой момент, куда тебе кот убегает. Куда тебе вздумается. И найти новые прикольные места. Но можно найти и неприкольные, как вот это вот. Хоп. Нарушает. Вот так им. Правильно. Вот там полиция сидит, нужно мимо него Ну что, поедем по дороге, как в старые добрые времена? No sleeping, no, I won't fall. No sleeping, no, I won't eat all. I keep God first. I see evil, I evil when I converse. О, пора съед опять. А тут повыше будет. Опля. Проедем, пацаны. Оп, я думаю, проедем. Ой-ой-ой, колючий куст. О, я обожаю шуметь, а вот эта вот штука должна быть шумная. Сейчас мы проверим. А, не сильно. Сейчас найдем что-нибудь пошумнее. Стекла, стекла, стекла. Да, кстати, друзья, вы же просили в прошлом видео, чтоб я меньше кричал, поэтому постараюсь меньше, но я не могу, чтоб прям вообще не орать. Это буду тогда уже не я. Опа! Блин, столько стекол везде, столько быдла. Просто жесть. Можно, можно, давай. Такой ты довольный. А мы совсем недавно о тебе подумали. Круто. Все, давай, не что. Давайте, ребят, хорошего дня вам. О, я, кажется, нашел спот. Смотрите, длиннющий какой параспет. Там у нас ступенечки. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Оп-оп-оп. Ой-ой-ой, какое все разбито. Просто жесть. Оп-оп-оп. Есть. Дропчик. Ой-ой-ой, еле выжил. Оп. Сейчас дроп с парапета. Ого, там так высоко. Ли-фу. Погнали дальше. Так, здесь у нас куча какой-то херни, надо ее переехать. Оп-оп, давай-давай-давай. Хорош. Погреба. Нахрен нам погреба не нужны. Блин, каштаны, каштаны. Едем дальше. Ух ты. Вот смотрите, какой спот. А ну сейчас попробуем с него съехать. В детстве я катался с горки на жопе. А когда повзрослел, начал съезжать на велосипеде. Ой, только там, я не знаю, как я буду тормозить потом. Там, смотрите, такая штука. Ну чё? Ого, шатается. Была не была. Нет, заехал. Хотел на лавочку запрыгнуть, тут там бабушки сидят. Не хочется им вымазывать их спот. Поэтому проедем мимо.
Аккуратно. Люди не ожидают такого. Ой-ой-ой-ой-ой, какое препятствие. Аккуратно. Проедем, наставили. Думаете, не проеду? Проеду. Смотрите, какой тоже спот. Еще и пацаны купаются в фонтане. Даже девчонки, он мелкие. Я бы прыгнул, но не хочется потом байк перебирать. Тем более там вода такая грязничая. Они еще ссут, наверное, туда. Поэтому поедем дальше. Так, пацаны, у меня колесо пробилось. Поэтому едем вот так вот. Сейчас меня лошадь довезет до машины. Давай, давай, давай. Так, я еще на байке не ездил. Ребят, еду, еду. Я, значит, ищу споты. Подъезжаю. А здесь, смотрите, что. Морг. Не, поехали отсюда. Плохой спот. Плохой, плохой, плохой. Мне не нравится. О, корочка. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, здесь прям тупо дырки. Можно реально упасть и хрен знает... О-о-о, хрен знает куда. Погреба повыкапывали. А, опасно. Опасно. Ой-ой-ой, какие дороги. Ребят, сейчас будет минутка философии. Еду, и очень много молодых ребят, взглядов на себе встречаю, в том числе детей с родителями. Я понимаю, что в нашей стране так сложно ребенку купить велосипед. Вот он идет, только что парень проходил с мамой, показывает пальцем, говорит, вот BMX, помнишь, я тебе говорил. А я понимаю, что она зайдет в магазин, чтобы его посмотреть, и хороший байк там будет стоить 6-7 тысяч. Это средняя зарплата в моем городе. И многие так и не начинают кататься из-за нехватки денег. Да и я, собственно, больше года копил себе на свой первый дешевый раздолбанный байк. Очень надеюсь, что в нашей стране рано или поздно что-то с этим изменится. Ну а я буду по возможности продолжать дарить ребятам, которые мечтают о велосипеде, BMX. Поставьте лайки, как только наберется 10 тысяч лайков, я снимаю следующую часть, тем самым я буду понимать, что такие видео вам заходят, и их нужно снимать чаще. С вами был Дима Яструб, всем удачи и пока!